Всем привет! Сегодня я хочу рассказать одну маленькую хитрость про такую простую вещь, как силикон. Не знаю, ли вы замечали, но на силиконе внизу указана дата. Дата выхода его из строя. То есть написано использовать до такого-то числа или месяца. Для чего? Если это клей или какой-то калк, или шпаклевка, замазка, там, возможно, и не важно это. Но в силиконе это очень-очень важно. Не раз замечал на своей практике. И иногда прокалывался на этом, пока не научился. Что мы делаем? Покупаем тюбик новый. И сразу же, вот здесь сверху, записываем ту дату, которая стоит сбоку. Для чего? При перевозке в машине эти тюбики трутся, крутятся, вертятся, ездят, у кого как, но у меня так. И эта дата через какое-то время просто невидимая становится. А вот здесь сверху, как вы ее не будете тереть, где бы этот тюбик ни лежал, сверху вот эта записанная вашей рукой дата, она уже никогда не сотрется. Так вот для чего дата. После того, как дата заканчивается, этот силикон перестает работать, перестает застывать. Я замечал не первый раз, это у меня было, что если дата подошла к концу, особенно в жаркое время или на морозе, то при выдавливании его приходишь через сутки, смотришь на эту выдавленную струйку силикона, и она мягкая, не застывшая и липнет к пальцам. Поэтому не игнорируйте, а именно используйте до того числа, до того месяца, который указан на тюбике. А то потом будут неприятности, а они никому не нужны. Всем пока! Каких-нибудь клеев, простых калках, пейнтерс калках.